Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости канала. С вами Олег Бурылов, а у нас вот в Перми ночь. Хочу вам показать проспект Мира ночной. Посмотрите. Вот круглый дом. Тоже достопримечательность своего рода Перми. Анекдот вспоминается. Вовочку как-то спросили. Вовочка, а ты бы какой дом построил? Он говорит, да я бы построил круглый дом. А почему? А чтобы в углу никогда не стоять. Вот смотрите, перевернутый дом. Если будет интересно, сходим с вами в дом вверх дном. Часы. Вот проспект Мира ночью. А у меня для вас новость. Недавно узнал, что в Лысьву, это город Пермского края небольшой, приезжал Дмитрий Медведев. И вот к приезду Дмитрия Медведева стали класть асфальт. Вернее, не просто класть, а сперва срезали старый асфальт и стали класть новый. Причем было уже холодно, снег лежал на улице. А после его отъезда асфальт благополучно срезали. У меня вот такое впечатление создается, что за премьер-министром нашей страны летают два самолета. Вернее так, один впереди него летит с рабочими асфальтами. Они кладут асфальт новый. Он приезжает, осматривает город. И затем прилетает другой самолет и благополучно срезает асфальт. Вот такая вот новость. Вспоминается тоже фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Там, помните, Николай Караченцев Андрею Миронову говорит: «Вот так мы отдыхаем, Джонни». А мне хочется сказать: «Вот так мы живем, господа подписчики». Ну, до новых встреч в эфире. Пока.